Oh shit! Nice.你讲野车，这个大包，哇，这少年音啊，少年音啊嘞，这有通背啊，然后。
Fucking get out of here. Is he alright? Moron. Блять! Ты шо ж ты едешь, ты дура ебаная? Ебаный мудак, нахуй. Сука. Ой-ой-ой, что он меня хочет, а что он хочет? Поворачивай, поворачивай, уходи. Там пустой он, без водителя. Вон водитель бежит.
что делаешь? Ты что делаешь? В Москву гляньте на Сибирь, Михаил. Да глядим, особенно на Иркутскую область. Очень хочется, Михаил. Да глядим, особенно на Иркутскую область. Очень хочется. Беда какая. Ага. Ну. Ну да. Все, стой! Все!
За то время, пока мы решали вопросы с выкупом земли и подписывали документ монаха, бронящего из моей повозки всех и каждого, кого успевал заметить. Это было бы раз. Тихо. Он на год старше или что? Он на какого года? I have David Blaine. I have Benner in a movie. Я себе пизда, все пиздец, нормально. Ёбаный в рот, блядь. Я очень сильно люблю тебя, ты самый замечательный.
into a swirl. But they get my youngest, and this is the weirdest thing. In addition to, his name's Crockett, in addition to blue ice cream and maybe red or yellow, basically. Твою мать, все пиздец. Как вот на актрисе форгам в конце эти дыхрисика. Шоу! Ейзус! А им как, его? Przy drugiej kawie, przy drugim śniadaniu. Skarpiasi w programie Bele do piątków. Ёбаный в рот.
какие-то обсуждения предстоящие в Гамбурге. Заседание группы 20, сейчас идет подготовка саммита 20-ки, ну и тут Ангел. Came to my dashboard, and it's easy to compare them. Thumbs up if I like them, thumbs down if I didn't. No emails and attachments, printing up docs, phone calls. Oh, pizdets. Thank you.
Ну ты в рот тебя, блядь, а? Куда ты? Блядь. Пипец, что это такое? Thank you.
implantable. Sure. Yeah. What do you think? I mean, right now, of course, it's a medical device. Yeah. It's ramping up. Yeah. But we looked at a little bit at ingestibles. What? We looked at ingestibles. Right. A little bit different than implantables. Right. Yes! Создавать дополнительный трень между ними, чтобы блять, что связь решили устанавливать, ну, и с помощью курьеров, о которых будет известно, но главным образом. Поставим мелодию, хотите? Ну это пиздец вообще, блять. Да-да, ставь, а то, блин, 30 часов. Привет! Вот только первую очередь уже... Вторая очередь уже в продаже там. Куда, блядь, едешь? Hands of brutal guards in a Russian prison camp coal mine. He states as follows. What the fuck, man? Только что
You? Ёпта, блядь! Пиздец, ёбаный. Можно нижний сжать. У тебя сейчас верхний, даже нажать по максимуму. Бах! У тебя видео на регистраторе осталось. Да. Твою мать, блять!
спрашивал, уходи, 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 тетенька. Блядь, тоже идут, что не видят, что ли? Какой удар, блядь. Long way. Thank you.
Это 140. Я думаю, там такой расход. Ну, повернулся так. А у меня заснято. Это, наверное, преследовали его. Наверное. Поворачивай. Обложили какие-то сайдинги, майдинги, там стену прям ставят вот так, и все, и уже дом стоит. О, ну таким обшивают, видишь, подумаешь, что тут кирпич, что ли, да, фиг вам, кирпич дорого.
Твою мать, нехай! Господи! Блять, ебаный в рот! Хуя себе, блять! Ты, блять, слепой, что ли? Еб твою мать, нахуй! Так не только можно не тревожить пассажира, но и пройдя по вагону, узнать, кому уже пора на выход. В некоторых европейских метро и электричках, например... Не пропустил. Отделение организации, осуществляющей управление многоквартирным домом. Кроме того, Анухин выступает за введение обязательной процедуры дактилоскопии для мигрантов при прохождении границ. Царица небесная, ты чё, дурь, ой, вы идиот, а? Yeah.
сука, долбоебы ебучие нахуй. Прячь телефон нахуй. Браво!